Итак, как вы уже сумели заметить, у меня настроение летнее. И поэтому я с великим удовольствием спешу пригласить на эту сцену 11-й В-класс с их поп-пури. Мама, Люба, давай!
a big disgrace, kicking your can all over the place. We will rock you. Роман, идите сюда. Держите, это вам микрофон приедет. Скажите, пожалуйста, ребята, вот ваши усы, они действительно настоящие, вы действительно отрастили для выступления, потому что они смотрятся так живо, так бодро. Я узнал о выступлении за 2 месяца и специально начал растить усы. Спасибо, Алексей. Итак, а я иду к нашему милому жюри, чтобы они высказали свое мнение. Владимир Аркадьевич. Замечательные попурри. В первую очередь обращаю внимание на ту накладку и как они профессионально вышли из нее. Завели весь зал. Зал так переживал за вас. И вы это почувствовали. Но это заслуга ваша. Спасибо. Ребята, не уходите, хочу тоже сказать вам пару слов. На самом деле, это большая удача, что у нас сегодня такой хороший зрительный зал. Несмотря на то, что у нас пропала музыка, да, ну всякое бывает. Ну, ребят, вы, наверное, если не спасли, то очень помогли, ребята. Давайте поаплодируем сами себе. Вы большие молодцы. Кроме этого, я сегодня в 7 утра приехал из клуба «Бархат». Мы делали традиционное посвящение для наших первокурсников. И первое, что вообще меня немножко разбудило, я вот так вот сегодня тут немножко так сижу. И первое, что просто привело меня в чувство, это, конечно, ребята, казаки, которые просто вышли и сразу вот так вот, жирно вот так вот начали. Мы, думаю, будем делать Новый год, и ребята, я думаю, что... А, фиксессия, говорит Марина Федоровна. Ну, если ребята с удовольствием придут к нам в гости на Новый год, это будет нашей большой победой, я думаю. Спасибо большое.